Привет! Ребята, привет, дотеры, всем привет, с вами Тиран. И сейчас мы смотрим за еще одной баталией команд Natus Vincere и команды Empire. Мы уже видели их в лиге, в турнире Red Cow, где команды Na'Vi потерпели поражение. Ну что ж, посмотрим, отыграются ли ребята в этот раз на дефенсе. Так, а пока мы заходим в игру, у меня есть время почитать чатик. Моя ошибка, что не написал в матч. Ну. Так, почитаю еще чатик. Ну тут все еще про эту игру. Ладно, пошел телек смотреть. Ла-ла-ла. Что, мы зашли в игру уже? Нет, еще грузимся. Ты подарил команде Роксов куру или нет? Нет. Но обязательно постараюсь подарить. Так, включаем сразу крипстат. Все зашли, все подключились. Тоби Ван, Виллат. Ну что, банпик. Чат отключен. Ставим свободную камеру сразу же. И смотрим. Что опять это будет? Ну не дай бог Нави опять дадут Хаус Кнайта и Виспа команде Empire. Я не знаю, они банят котла. Упей. Попей. Образуемся. Пожалуйста. Забань Виспа. Ну, пожалуйста. Хотя, ну ладно, посмотрим сейчас, что у нас. Что у нас за пик будет вообще. Нету. Будет first пик, можно будет уже думать, что ребята будут пикать дальше. Эмпайры пока не знают, что банить. А по поводу Бэтрайдера. Ага, Бэтрайдера у нас банит Габлак. Ну наконец-то, пупей. Хорош. Забаним все-таки у нас пупей. Виспан. Сколько уже можно отлетать от этого виспата? Ну, я думаю, Габлак уже приготовил какую-то страту, потому что, ну, глупо было надеяться, что команда Na'Vi еще раз ребятам подарит такую связку, как Висп и Хаос. Ну, и банит Нюкса у нас Габлак. И сразу же Пупей забирает Дарксира. Магнус? Ребята, подсказываю, Габлак. Магнус? Магнус? Ждем 10 секунд, пока Габлак пикнет Магнуса, и читаем чат. Еще подождем Undying и... Ага, даже вот так. Ну что ж. Ну мы уже все знаем, как силен у нас Герокоптер в хардлейте. Чувак просто тарит рапиру и в замесе делает минус 5. Ну, сработает ли это против Na'Vi, пока неизвестно. Посмотрим. Так, следующий два пика у нас от Пупея. И это Луна и Квапа. Ага, ребята, короче, взяли у нас хардлайнера, взяли соло мидера, взяли мейн керри. И им остается взять два каких-то саппорта. Ну что ж, в харде у нас против Дарксира будет стоять Боня. Вполне ему будет нормально стояться. Хотя, ну посмотрим. Банится у нас Бейн, чтобы не срезал Луне атаку. И банится Лоун Друид. А зачем? А зачем Лоун Друида забанили? Ну, ребят, уже есть хардлайнер, есть мейн керри. Зачем? Мне кажется, ну хотя... Можно было Дарксира... А, в принципе, да, Дарксир мог бы уйти в лес. Или тоже Лоун Друид мог уйти бы в лес. Ну ладно,
Так, что у нас у команды Empire? Есть саппорт, есть мейн керри, есть хардлайнер, нужен мидер и еще один саппорт в трипл. Ну или какой-то лесник, или роуминг. Посмотрим. Ну, это вполне оправданный бан Бэйна и Лондруида. Потому что, ну, Лондруид, он такой. Выходит, начинает ломать лица. Ну, может, не лица, вышки точно. Пушить с ним хорошо. Так, пошло у нас дополнительное время для команды Нави. Не знают, ребята, что забанить. Банит Рубика. Ну, блин, а... Ну, походу, будет Магнус. Нет. Энигма еще есть. Бруду банят. Ребята боятся пуша. Кого бы я взял на месте Нави? Если они забанили Рубика, есть Энигма. Смотрите, да? Есть Магнус. Но Магнус идет соло. Магнус может пойти в лес. Я думаю, лос на нем нормально. Лес фармит. Хотя лос на Дарксире будет. Дендик у нас будет на Квапе. Хвост на Луне. Остается Смайлуха и Пупей. Так, банится Шэдоу Демон. Я даже не знаю. Ну и могут взять все, что угодно. Пока. Ну посмотрим сейчас последний бан. Ну, бани Рубик, это что-то да значит. В принципе, ну хотя он и так может украсть у нас ульту Луны, Квапы или Дарксира, что будет очень сильно мешать. Что-то стул у меня скрипит. 5 секунд есть 3, ну грубо говоря, 2,5 масульта у ребят, 1 масульт у команды Empire. Банится Фурион, да? Ага, берут нас лесникам. На леснике у нас, скорее всего, будет Пупей. И остается какой-то саппорт с Майлухи. Или какой-то роуминг. Нет, саппорт. Да, потому что ну кто-то должен помогать Луне стоять. Фармить лайн-то. Кто это будет, сейчас узнаем. Кого взять против Квапы? Вот в чем вопрос для команды Empire. Ну, кого взять? Ланаю? Нет. Магнуса? Нет. Так, берется у нас саппорт в трипл. Ну да, задувка, тамба и гирокоптер пошел там наплевывать. С пассивкой. Ну как с пассивкой? Ну вы поняли. Ну и последний пик от команды Nia. Посмотрим. Виномансер. Саша сейчас, наверное, просто там слюной брыжет. Как он любит виномансера. Ну что ж, грубо говоря, Дэнди у нас будет на Квапе, хвост у нас будет на Луне, Смайлуха на виномансере, Пупей на Энчантрес, их Лост будет играть на Дарксире. Ребят забирают пака против Квапы в мид. Неплохо, неплохо. Ну что ж, угадаю я с пиком там. Посмотрим. Да, угадал. Ну а у команды Empire Габлак на Андаинге, Сайлент у нас на Джакира, Скандал на Пайке, Блава на Гирокоптере, ну и Фаник на Боне. Пак мид, Боня соло хард, трипл хард и соло изи Боник. Ну пускай будет так. Боник будет стоять у нас против триплы. Смайлуха пошел вардить. Пупей у нас не пойдет походу в лес, будет также саппортить на лайне. В
Харду, ну, Dark Seer, и в мид отправляется, конечно же, Дэнди на Queen of Pain. Ну что ж, посмотрим. Ну, пока ребята расходятся, сейчас еще кое-что чекну, кое-что гляну. Все, так, дропов нету. Все хорошо. Ребят, скайп пока, пожалуйста, не пишите. Я сейчас, как видите, занят. Каков мой прогноз? Не знаю. Честно, не знаю. Но пик команды Na'Vi мне нравится больше. Хотя, если пак... Это что такое? Думали, что со змейками будут забирать Рошана? Да ну, ребят, угомонитесь. Вы чем? Это ж Na'Vi. Na'Vi могут и без вардов выигрывать игры. Забирает у нас Иллюзии Пупей, Фаник. Сейчас встретят Фаника. Встречает Фаника. И уходит. Так, пока еще ничего Лун не прокачал. Ни бим, ни пассивку, ничего. Так, Фаник у нас выходит в инвиз. Подходит габлак. Ну и что вы сделаете? Я бы убил. Я бы убил сейчас просто габлака бы убил. Убейте габлака, пацаны. Так, ну а коза у нас сразу с людьми пошла фармить лес. Так, нет, будет трипл на трипл, соло на соло. Итак, в миде Дэнди против Скандала. В боте Лост против Булавы. Ух ты, Булава будет стоять соло. Ага, даже так. У нас Бонич будет в трипле. Что-то я сразу это не сообразил. Ну а почему бы и нет? Я думаю, Блана довольно-таки неплохо стоит против Дарксира. Фанику больно. Больно. ТХД тут делает пулит крипов, которых фармит у нас хвост. А у Фаника уже пол хп-то и нету. Ну, есть инвиз, сентри-то нету, походу, да, ни у кого нету. Смолухи нету, пупей нету, но у хвоста тем более нету. Есть уже, ну, сразу фаз-затар на транквилы. Че у нас там, Дэндик терпит? Или нагибает? Ну, в принципе, поровну. Пока что... Ну, Дэндик денает в большем случае. Не хочет, чтобы пак быстренько получил 6 левел. Ну, плюс там пак с шифтом, все дела, плюшки выйдет. Так, ну а что у нас там у Ласта? У Ласта есть колечко на реген. Пытается его нахарасить Блава. Включает бег у нас Лост, но и уходит. Зачем надо было включать бег, когда уже полный рассказ со скилла у тебя уже влетел тебе в затылок? А можно даже сказать в лицо. Так, кентом что будет отводить у нас? Папи! Или чекает? Чекает. Кто у нас там за вышкой? Отводит крипов. Просто застанил и умер. Отличный контроль кентавра от Пупея. Так, Дэнни тут от арба уворачивается, все хорошо. Так, что у нас у Фаника? У Фаника есть 6 крипов, у Луны 10. Ой, Дэндик почти чуть не умер. Как это так? Ну, хотя это скандал, в принципе, тоже хорошенький. Ну, сейчас Дэнди, смотри, влетит на блинке через 5 секунд. И ты умрешь, парень! Отпивается флаской. Shift. Ну, вот сейчас надо было прыгать. Прилетает ботл Дэндику. Смайлуха тут, ага, поставили тут антипульный вард, чтобы Смайл не пулил. Так, а вот Пупей у нас куда ушел? ТХД подобрал хасту. Так. А будет у нас ботл Дэндик. Что там у Скандала тоже есть ботл, есть два танго. Ой, как мимо. Сайлент что-то смазал. Ну что, прилетает опять орб в лицо Дэндику, ну ему как-то пофиг. Сейчас прилетит банка, отопьется, еще пару скиллов пока даст, надо только сбить shift. Так, ну что, будет сейчас уже Soul Ring, есть в принципе уже денежка. Сейчас только ботл прилетит на топе, у хвоста уже тем временем 13 крипов, у Боника 11, догоняет потихонечку. А у Смайлухи есть крип. Габлак тут проедает лес. Хотят они как-то с леса зайти.
Так, ага, Пупе у нас находит, у нас дабл дэмэдж влетает, тут Дэндик влетает на Пака. Орб, Сала, и вот тут уже Дэндик может отъехать. Нет, смотрите, просто в Пак прячется. Ай, в это время Фаник забирает смайлуху. Дэндик чуть-чуть не успел сделать ФБ, но тем временем все-таки забирает Пака. Приходит Пупе с ДД, отъезжает, у нас сейчас Сайлен. Сейчас еще нету хила у козы. Был Бим. Было ДД. Ну что, размен 2 в 2, в принципе. Ну, ФБ за командой Empire. Чуть-чуть. Дэндик не успел сделать ФБ на паке. Ну, а у хвоста есть транквилы, есть стик, есть фласка. Все у него хорошо. У гирокоптера тем временем есть транквилы, есть фласка. У него все тоже все хорошо. Сауринг появляется, и Ринков реген у нас фластам. Будет он по КД давать щиток. Будет чуть-чуть подпушивать лайн, а коза уходит в лес. Приносит себе ботинок, смоук, чтобы гангать какой-нибудь там пака. И, в принципе, будут... Прилетает тут Дэндик, уходит в инвиз. Ай, Фанни промазал Дэндик ультом чуть-чуть. Не туда дал Фанник, не побежал сразу под вышку, побежал в лес. Отмансовал от ульта Дэндика. Ну что ж, выжил благодаря этому. На скилле. Парень, 6-й левел насапает пак. Лост, 500 голды есть, соринг есть, все у него есть, щиток есть, все, что нужно для фарма у него, в принципе, есть. Дэндик, блин, ну против пака, да, за квапу, да и паку против квапы. Ну, короче, ребята нормально стоят, у квапы 16 крипов, у пака 24, ну, Дэндик за денайл 10, пак за денайл 7. Так, хвост нас харасит, Фаника, какая кривая у нас задувка от Сайлента. Ну чё, у нас у Фаника транквилы, в бим в лицо. Нету еще 5-го левела, был бы побольнее. Квапа находит у нас инвиз и идет, куда она идет. Блинкается, уходит в инвиз, и сейчас, кажется, кто-то сдохнет. Есть просветка, Сайлент купил просветку, сентри, что-нибудь. Нету пока ничего, но походу ребята видели, как тут влетела квапа в инвизе. А пак тем временем фармит. Пупе с ластом тут проводили... А, убили вертолета. Блин, опять я провтыкал. Так, 9 стиков у Луны, в принципе, что, заходит за спину, да? Да, отходит у нас тут хвост. Спугнул его Фаник, сейчас бы задул Сайлент, можно было бы как-то да, подраться. Но тут опять же Дэндик. Но Дэндик, ты не знаешь, что он по борду гуляет. Что его прекрасно и хорошо видно. Уходит опять на руну. Так, варды у нас упали. Ну, надо что-то делать с паком, потому что Дэндик что-то бегает туда-сюда, а пак тем временем апает себе левел. Это не есть хорошо. 1000 голды у нас уже имеет Луна сверху. Ну, это ж хвост. Хвост фармит, как бог, сами прекрасно знаете. Базилка и ботинок есть у нас у Инчатроса. Походу, ребята пойдут сейчас пушить ботом. Ну, гирокоптер это подпушит все, даже этот зоопарк. В принципе, для него это не проблема. Нужен 6-й левел Луни. Так, у Дэндика сапог. Апгрейдит он себе стики. Все у него хорошо. Что тем временем у нас есть у Скандала? Ботинок, фласка, ужин. Ну, то же самое, в принципе. Ноздря в ноздрю у нас идет Скандал вместе с Дэндиком. Куда он пошел? Что хочет? Что ты хочешь? Ух ты. Дабл спаун хочет у нас Дэндик. Ну и пускай. Дэндик хочет, Дэндик может, Дэндик делает. Так, находит тут Блава у нас квапу. Нет, у нас руна, у нас топ. Забрал ее Скандал, ДД. И это не есть хорошо. Ну, в принципе, на паке ДД это не страшно. Хотя пару плюшек в затылок прилетит. Будет больно. Так, 6-й левел у нас апает Пупей. Есть у него уже импетусы, волшебные эти импетусы. Так, бим в крипа. 1300 у Луны. Зачем бимом добивать? Можно было Фаника. Ну, Фаника, в принципе, 5-й, нет 6-го. Пока он еще худенький. Ну, Луны тоже нет 6-го. И это не есть хорошо. Габлак отходит, будет пулить крипов. Есть варды, есть сентри, есть ботинок. Все, что нужно для саппорта есть. А вот у Смайлухи все плохо. Нету даже ботинка. Тем временем Дэндик у нас тут сражается с паком в миде. По крипам. 52 крипа у Ласт. Та, 46 крипов у Скандала, 33 у Хвоста, 32 у Фаника, 30 у Дэнди, 29 у Блавы, 28 у Пупея, 4 крипа у Смайлухи.
Три у Габлака и один у... Кто у нас на ТХД играет? Забыл. Сайлент. Ага. Ну чё, гляньте, как... Блин, тут походу чё, весь... Неужели Лос будет тащить эту игру? Ну, интересно, посмотрим. Не будет у Хвоста в этот раз никакого там Радика Малнира на 24-й минуте, как он играл на Алхимике против... Не помню, против австралийцев, что ли, ребята играли. Ну, там они просто порвали их в хлам. ПТ купил у нас Дэндик. Хвост пока еще ничего не покупает. Или что-то в куре есть? Есть что-то в куре? Ага, мека, брейсер, барабанчики будут у нас у Хвоста. У Смелухи есть ботинок, и я за него рад. Это залог победы. Смел купил ботинок. Это залог победы. Ну, хотя у Сайлента есть ботинок, у Габлака есть ботинок. У всех есть ботинок, Смайлуха. А вот это вот плохо. Ну, хорошо для команды Empire, плохо для команды Na'Vi. И вардов у команды Na'Vi нет. Опять ребята полагаются на свою удачу, на свой проскилл. Но, блин, в чем... Есть же деньги на варды у Смайлухи, есть деньги на варды у кого там. Ну, Пупея. А, купил Смайл варды, да. Да, купил. Вот. Так, а тут у нас Габлак с Сайлентом фармят леса. Ну, ребятам надо хотя бы где-то фармить какую-то копеечку. Не бегаешь вообще без артефактов. У Фаника тем временем появляется уже Обливион Стаф, Транквилы, и вот потихонечку близится ко второму Обливион Стафу. Скоро уже будет Аршит. Так, переключает ПТП. ПТ переключает Дэндик. Счет 3-2. Давайте откроем графики. По XP выигрывает нас Na'Vi. Ну и по голде, в принципе, тоже за 1000 уже переваливает. А так, барабан есть у нас у Луны. Фаник, он что там, дофармливает что-то? Ну, хочет что-то дофармить. Ну, не хватает ему буквально еще 200-450 до второго Обливион Стафа. Ну, там еще как бы и до Аршида надо купить рецептик. Что-то Дэндик не гангает сегодня. Обузит он банку, есть у него 9 левел, хочет что ли с 11 левом ворваться. Приходит тут скандал, а вот это уже не скажешь. Поставил стамба, ульта Хвоста, есть у него ульта. Сейчас же будет бим, Сайленс дали в хасту. Хвост, походу, да, Хвост умирает от андайнга, от дикея. Как-то легко отдали у нас Хвоста, никто не сделал ТП. А кто сделает ТП? У Дэндика нет ТП, у Пупея нет ТП, есть урна, у Ласта есть ТП, но что-то он не захотел. Видимо, на то она и стать... Ну, что-то ребята решили так продать Хвоста, отдали вышку, и сразу сделается ТП аут под фонтан. Скандал боится, приходит Дэндик в инвизи, сейчас походу кому-то разобьет лицо, скорее всего Габлаку или Сайленту. Боню навряд ли поймает. А вот этим даже двум парням может вообще рассадить щи нормально. Так ультует, попадает в двоих, и все, даблкил от Дэндика. Вот так. Просто пришел, просто наорал, просто убил. Так, ну Фаннику сейчас не стоит вообще высовываться. Тут у нас Луна с ультой, так что я бы не стал. Дэндик уходит обратно у нас на мид. Приходит скандал, а тем временем у нас Лост пушит ботом. Если у него ботинок, мека, солринг, все у него хорошо, 1000 голды сверху. Ну, ребят, где сентришечка-то? Ну, и Смайлуха сейчас люлей получит. Нет, уже у нас уже у Фаника больше маны, лучше ему больше не высовываться, а то парень умрет. Ну, дал еще плюшку, ну, тут Смайлуха, конечно же, уйдет. Ну, и будет у нас теперь Боня регенить ману. Что у нас там у Пупея? Что-то про него забыл. Урна, ПТ, Базилка. У команды соперника, у Блавы есть уже Яша, есть Транквилы. Скандал, а что там, 1800-1900 будет через 200, через 150 голды, через... Че я туплю-то так? Ну вот, уже сейчас будет даггер, приходит тут габлак, ребята собираются, кажется, пушить мид, тут ТХД с ботинком, есть стики, есть ТП, есть варды. У Na'Vi, Na'Vi играют опять без вардов, почему? Смайл, иди ставь, работай. Так, харасит у нас тут Дэнди, хотел спровоцировать у нас скандал на шифт, но не тут-то было.
Ага, влетел вот так у нас на Дендика, дал орб, дал сало, дал ульту, и кажется, нет, выживет Дендик, пришел Смайл, плюнул просто на скандала, не попал, скандал ушел. Тем временем 600, ну блин, вот этот парень мне нравится больше сейчас, чем Луна, но... Нет, определенно больше мне нравится Блава. Так, находит нас Хасту. Что будет так, Блава, если что рядом, если что поможет. Ну а хвост тем временем фармит потихонечку. Фармит, но нельзя ему далеко загуливать, потому что ребята сразу его насадят на кукан. Так, по артефактам. Ну все, в принципе, то же самое, что я уже говорил. Даггер появился у нас на паке, и это не очень хорошо. Есть второй Обливион. Сколько у нас... Так, что такое? На кого влет? Ни на кого. Промазал на Сайлент опять стенкой. Че у Блавы? У Блавы скоро аршит. Скоро. Очень скоро у нас аршит будет у Блавы. И какой-нибудь Дендик уже не будет знать. Ну, у Дендика есть Метрил Хаммер. Хочется он себе все-таки БКБ побыстрее собрать. Приходит тут Пупей за парком. И приходит на Слост. Ребята хотят забрать Т1 Таур в медиа. Ну, а почему бы и нет? Блава фармит. А вот Фанник с Гоблаком уже бегут. И сейчас, походу, в миде будет драка. Счет 5-3 в пользу Нави. Ну, вышка у нас быстренько падает. Пупей чекает у нас хайграунд. Сейчас найдет у нас Гоблака. Нашли. Да, зацепили ядом. Все, наорали, умер. Фанник попал под ульту. У нас квапы. Поставился томп. Ну и все, в принципе. Так, есть уже аршит, да, у Фанника. Да, прилетел аршит. Да, он сало Энчантрес. Так, забирает у нас, Дендик забирает у нас Пака, сейчас еще Сайлент отъедет, да, Дендик забирает еще трипл килл, делает у нас Дендик, забрав и Андаинга, и ТХД, и Пака, дается Мека, и сейчас, скорее всего, упадет у нас Т2 Таур в миде, отультовывается у нас тут Блава, ну ничего, он этим не может сделать, сейчас просто, наверное, какой-нибудь там Лост его стянет под хвоста и будет ему Анал Карнавал, ну а Фаник тем временем фармит леса. Тут змейки, все как полагается. Ну и да, второй таур у нас падает. Делается стяжка, чтобы ребята не заденайли. Ну и все, Т2 таур в миде упал. Остается забрать еще топ и ботом лайн. Забрать Рошана и как по гайду закончить игру. 1800 голды у нас имеет Дендик. Есть уже 11 левел. Скоро уже будет у нас БКБ. 600 голды. Что у нас купил хвост? Яшу? Нет, Огр Клаб купил у нас хвост. Ну да, какая Яша? Нужно все-таки БКБ прежде всего. Так, тут у нас Фаник развлекает Дендика, я все-таки забрал, догорел. Сгорел на работе у нас Дендик. Ну что, а Пупе тем временем 1700 голды на руках. Что у нас там у ласта у этого бешеного фармила? 103 крипа, арканы, мека, 1900. Ну что, пайп надо варить так-то. А имперцы решают все-таки попробовать забрать. Ох, какая стяжка. Слушайте, была стена чуть сзади, и ребята могли бы, в принципе, отъехать. Если бы еще Смайлуха там намазал их своей слизью, да, ребята бы навряд ли бы ушли все втроем. Ну, один к тому мог кто-то умереть. Так, забирают нас пак, все-таки забрал башню и на шифте, там на арбе ушел. Никак его не цепануть. Тут сентри, тут вард. Почему он еще стоит? Так, падает вард. Вниз у нас прилетает Дендик. Дендик будет забирать у нас ботом. Заберет вышку, будет у него БКБ. В драке ему будет уже попроще. Не будет он так рассыпаться. Вообще не будет он так уже в драке рассыпаться. Не будет у него там уже никаких сайленсов. Не будет никаких привязок. Все будет у него хорошо. Давайте быстренько почитаем чатик. Denial такие. Наискучнейшая игра. Ну, блин, да, нету такого экшена. Ребята, играет аккуратно. Что тут Окспер прислал что-то? Опять. Окспер там нас развлекает в скайпе своими веселыми баянчиками. Так, да, Дендик забирает у нас вышку. И что, будет БКБ? Да, вот и БКБ. Сейчас прилетит БКБ. Охо-хо-хо-хо. И ничего, пока имперцы не могут сделать с командой Нави, ребята просто пушат. Есть у них... Не, странно, за Пупей без зоопарка, просто со змейками, а Смайлухи забирают вышку. 8-4, 20 минуты, что-то скучновато. Совсем это на ребят не похоже. В прошлый раз на рейд-коле ребятам дали жару. Ну, непосредственно сами имперцы.
Так, Дэндик у нас прилетает на топ и продолжает фармить. Тут уже его ждет Фанник. Сейчас чуть-чуть зайдет подальше. Нет, 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 не зайдет. Не зайдет. А Фанник так ждал. Так, Фанник показался. Все, Дэндик отходит под вышку. Так, тем временем. Огр Клаб, Дмитрий Хаммер, если булавы, нужно ему дофармить БКБ, чтобы в драке он все-таки не рассыпался от какого-нибудь там ульта Дэндика. Кура летает. Берет поэн бустер. Несет его. Кому? Ласту. Нафиг, пайп будет огоним. Ух, через загонимную эту стенку проходить. Ой, больно будет, парням. Ой, больно будет. У Габлака шестой левел. У Дэнди 12. Дэнди может его забирать по КД. Так, находит нас тут пупее Фанник. Дает ему сало. Нашпиговал чуть-чуть, но... Ай-яй-яй, урна хил. Ой, выживает, выживает, выживает. Пупей, хорошо, чуть-чуть. Еще одной плюшки не хватило у нас от Фаника. И, в принципе, Пупей бы отъехал. А ребята спокойно идут по топу. Сейчас также заберу две вышки. Пойдут на Рошана. Ну, в принципе, все, как я и говорил. Или, ребят, или имперцы быстрее заберут Рошана. Так, 1100 у нас уже у булавы. Сейчас будет уже БКБ. У хвоста есть БКБ? Хвосту летит БКБ, да, летит хвосту БКБ. У Дэнди БКБ уже есть. А ребята, да, решают все-таки забрать Рошана. Так, Смайл уже бегит, поставил змейку, находит тут вард. Понимают ребята, что Рошан-то падает. Так, бегит уже сейчас Пупей, сейчас будет драка. Прилетает Дэндик, БКБ, Габлак умер, нет, отхилился. Тут еще Бим прилетает, умирает у нас Габлак, умирает у нас ТХД. Что-то хвост ультанул крыло, да и не было 11 левела. Забирает у нас, Клиникс подбирает у нас Рошана. Ставится стенка, ультует вертолет. Ничего не получилось у команды Empire. Выжил только Пак. Размен 5 в 0. И ребята сейчас пойдут просто, скорее всего, проносить какой-то лайн. Или нет? Хвост улетает фармить ботом, потому что тут еще и пак. Пак делает ТП-аут, летит под фонтан. Да боже, как все скучно-то, а? Ну, тут, скорее всего, да. Габлак вообще не может сделать ничего. Есть у него 7 левел, урна, и больше нету ничего. Да и хвост еще ультанул ни в кого. Не, ну там одна плюшка, по один бим прилетел, конечно, Габлаку в затылок, но... На этом, ну и в принципе второго ульта не было у хвоста. Огоним. Огоним у Дарксира. У Фаника все так же. Как был Аршит, так остался Аршит. Больше ничего нового у него не появилось. Блавы БКБ. Ну, БКБ у него уже было в драке. У хвоста. Есть 1800. Ну, сейчас будет уже мотоста. Ну, Яша там на 200. Потом уже ультиматор. Хотя, может быть, сначала ультиматор, а потом уже и Яша. Посмотрим. Там Блава все-таки пытается фармить эйншентов. Ух, сейчас настакает, прилетит хвост и заберет это все. Еще три барабана. Так, Дэндик у нас нашел Фаника. Стянул. Не, нет, 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 нет. Не зацепил стяжкой его лост. Не получилось. Ну и Фаник уходит. 800 хп у парня. Сколько ему, интересно, понадобится? Три импетуса, чтобы сдохнуть. Ну, а Блава тем временем фармит. Ну, у Блава, если что, есть ТП. Скорее всего, ребята, сейчас будет еще драка за Т2 Тауэр на топе. Так, ну что, ребят, напоминаю то, что это все-таки БО3. Так что имперцы могут еще и отыграться. Так, ну, арба минус от
откидывается тут скандал, приходит тут Савух, начинает набивать тауэр. Так, Блава хотел откастовать, ну, как-то хотя бы чуть отпушить лайн, но тут вот Савух получил наследие, отвел крипов слегка, а тауэр сейчас упадет. Ну, сейчас быстренько хвост, включается глиф, все-таки будет драка, откидывается арбом скандал, приходит тут у нас еще Фаник, начинает нарезать смайлуху, ставится стенка, результовывается у нас Луна, ультует также в БКБ у нас Блава, умирает Андайнг, результовывается Дэндик, умирает еще и ТХД, Нави все живы, размен 2 в 0, тут уже в смоке у нас тут Дэндик вместе с Пупеем, ой-ой-ой, какой прокат, слетел хвоста, БКБ-то нету, хвост умирает, умирает также и Блава, забрали двух мейнкерри, сейчас еще скорее всего умрет у нас скандал, умирает у нас Фаник и 5 в 1. Три 700 у Дэнди. 7500 преимущества по XP и 6 там с чем-то с копейками преимущества по голде. Ну и что, зачем ты поставил свою стенку? Ну хочешь умереть? Ну на тебе стяжку, на тебе пару импетусов в колено. Ну и габлаку тоже туда же. Да, ТХД, Андайнг умер, Блава гонится за Смайлухой, у Смайлухи есть голдскиптер, Смайлуха выживет. Тут еще у нас Пупей борется со скандалом. А нет, забрал все-таки у нас Блава, забрал все-таки Смайлуху. Пупей, ой, Пупей, Пак уходит на снарбе, то есть, то бишь скандал. Хотят ребята убить... Ох-ох-ох, забрали Тауэр, убили Пупея, убили Ласта. Ну, решили, ребята, повеселиться за Тауэром. Хотели забрать Томб, забрали. Ну, а Блаве подарили трипл килл, если не ошибаюсь. Глеб Величко. Ну, навики сейчас просто закупятся и придут. И все. Хотя могут подождать Рошана. Только зачем? Не понимаю. Боника, что-нибудь появилось? БКБ появилось у нас у Фанника. Ну и что? Не мучай зрителей. Габлак, будь мужиком, не мучай зрителей. Тиран жжет. А что я такого сказал? Что-то я пропустил. Так, гем, мистик став, вот стоп, что мой. Скандал, хочешь сдохнуть? Кинул орб. Молодец. Ща, ребят. 1300. И просто... Любой. Дэндик покажет каждому из перцев, какой он чили. Так, ну а Фаник у нас хочет забрать Тенен Тауэр в боте. Ну, хотя бы будут на счету командной пары будет 3 вышки, а не 2. В то время как у команды Na'Vi на счету 6 вышек. Счет 19-9, полное преимущество команды Na'Vi. Ну, не знаю, может имперцы все-таки соберутся, как-то устроят там задувки с ультом Пака в пятерых и ультом Герокоптера. Ну, в то время как все ребята из команды Na'Vi будут гулять по Магропире. Ну, сомневаюсь. Не та игра, не те люди. Ну, и что будет там? Сейчас будет драка. После которой, мне кажется, Габлак напишет просто ГГВП. Go next. Так, Рошан у нас через 3 минуты. Через 4, да? Через 3. Через 3 минуты у нас. Неужели навики будут ждать Рошана? Ну, Пупея там уже гоним. Дэндику не хватает аганима, чтобы просто, ребят... Сбривать с прокаста. Демон Эдж покупает у нас гирокоптер. Ну неужели рапиру хочешь, а? Да угомонись. Не здесь. Не-а.
А хвоста уже не остановить. Манта стайл. Так, ну что, все, у всех есть для победы, есть два ганима, есть монтастайл, есть БКБ. Ну вот хекса не хватает, в принципе, можно дофармить денег у 500, купить хекс и идти уже ломать лайн. Ну как раз вот через 2 минуты это все будет, будет Рошан и, ну короче, до конца игры осталось около 5 минут. Прогнозирую 35-я минута ГГВП. Ну 35-я. Не, ребята, кажется, хотят на 32-й. Да. Нафиг Рошана. Я пока помолчу. Подожду. Так, хвосту нужен 16-й. У веника, в принципе. Да все, ребят, все есть. Ну, стени. Просто с мантаста... Ох, как блаве. Просто на пол хп насажали там. Так, фаник у нас обходит с тылу. Какой хитрюк, вы посмотрите. Есть у него уже кристаллис, вот это уже неприятно, 16 левел, все как полагается. И сейчас какой-нибудь лост там, ну хотя лост навряд ли умрет, 1800 у него хп, а вот хвост может и отъехать. Ну смайл, про смайл я вообще молчу, чё, фанику нужно просто найти где-нибудь смайла и убить. Убить, 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 нет, ну дам, 35-й скорее всего будет минута, дам, сейчас будет Рошан, там, что там, где дендик, есть уже хекс-то? Да, есть хекс. Вот сейчас сапается 16 левел, уже есть 16, мотоставил, БКБ, все, у всех все готово. Да, у всех все готово. Все. Угу. Сейчас будет драка на Рошане. Минус лайн. Ну, 35-40 минут, не больше, эта игра продлится. Так, импетус просто в спину габлаку, третий хп снимает, ставится тамба, тут еще савух, скорее всего у нас, да, пупе, габлак умирает. Разлетовывается у нас тут вертолет, БКБ, стенка ставится, фаник вместе с Бловой у нас БКБ, дерутся с Дарксиром. Умирает у нас Дарксир, отошел у нас хвост, умирает вертолет. Размен. Так. 2, 3, 4, 5. 5 в 1, 5 в 2 размен. Сейчас навики заберут нас Рошана и пойдут забирать лайн. Выкупился у нас Блава, да? Да, Блава сразу же выкупился и идет на деф. Где у нас? Ой, вот это ты зря. Ну все, Блава умирает. И сейчас просто минус 3 лайна сделает команда Нави. Нечем им дефить. Боня им это не отдефит. А еще и гем у нас есть. Ну еще и фаник сейчас умрет. Умрет фаник, то все. Убегит, нет. Бим. Монтестайл, бим. А вот Боник выкупился. Но все равно Боник никак не отдефит вместе с андайнгом там и ТХД. Сейчас просто упадет лайн 1, упадет лайн 2. Ну, пока имперцы еще не знают, фаник обходит опять с тылу. Сейчас будет кого-то цеплять. А кого? Или... А, съел крипа. Не того паха. А, да, того все съел. Так, ну упала вышка. Так, два импетуса и бим пережил нас габлак. Ну, Фанни, конечно же, убьет хвоста, да, но... От этого мало что изменится. Так, тут на дагере пак у нас с салом, с ультами. Дэндик в БКБ теперь будет нарезать. Нет, хвоста будет убивать Дэндик. 2900 тем временем у Дэнди. И минус второй лайн на 33. Ну, давайте на 35 закончите. Ага, смайлуха ливнул. Забил. Так, влетел скандал, дал сало, дали хек, скандал умер. Пытается тут Блава у нас в ульте, в БКБ надамажить. Убивает у нас Пупея.
Ой, да прекратите. Ну какие паузы? Давайте только чат пока почитаю. МКБ будет инфа 100%. 5 в 3 размен. А, ну да, там тоже от Нави кто-то выкупался. Смайлуха вернулся. Так, ну что, сбудется мой прогноз или нет? Блин, нет, наверное, не сбудется. 30, на 35 не будет. Ну, от 35 до 40 будет. Ух, нет, не стянул у нас на... Не стянул к себе лост никого. Или будет? Дэнди тут один насчет гнобить. 3-300 у него на кармане. Гем, хекс, нет, нет, ставится ульта. Дэнди блинкуется, стан получает. Сейчас еще орб, сало. И, скорее всего, умрет. Нет, блинк, блинк. Ай, теряет Дэнди, теряет гем. Блава подбирает. 2700 у Блавы. Демон Эдж, 2700. Ну что, МКБ или рапира? Дэнди выкупился, ему насрать. Сколько у него там еще на кармане? Нету больше на кармане, покупает он себе Гол Скептер. БКБ? МКБ? Да, МКБ. Все-таки МКБ, не рапиру приносит у нас Блава. И что ребята хотят делать-то? А, Рошана так и не уби... Погодите. Что за нафиг? Опять драка, вот так, ой, хвоста у нас разобрали сразу. На тут в это время у нас габлака харасят. Ребята проюзали БКБ, разменяли хвоста на БКБ. Погодите, Рошана же убирали. У Бонни же был Рошан, или нет, или мне показалось. Так, стяжка, пошла ульта вертолета, лост умер. Сало в 2х, пацан у нас Пупей вместе с Дэндиком. Ой, вот такой вот нежданный камбэк от команды Empire. Еще 29-19, размен 3 в 0. Сейчас заберут еще Рошана. Где он это сделал? Бонич. Где-то в лесу. Настиг все-таки Смайлуху. Добежал, забрал. Погодите. Блин, или... Да не может быть. Что за... Что-то я упустил, короче. Че с Рошаном? Значит, мне все-таки показалось, что Фанник был с Аегисом. Да, скорее всего, показалось. Восьмая минута игры пошла у хвоста. Ну, все то же самое, плюс 2400 на кармане. Так, ну, по крипам все видно. Итак, давайте поставим постоянный выкуп. У гирокоптера есть байбек, у Луны есть байбек, у Пупея тоже есть байбек. Больше байбеков нет. Ну, у Ласта будет через 400, у Габлака через 300. Ну, Габлак вообще юзлес тут. Вот что-то гирокоптер купил, через 80 голды у него будет. А у Дэндика не хватает 1200, да, и 2 минуты кулдаун. Ну чё, будет у нас драка прям тут, в лесу, что ли? Ох, влетает, так, цепанули на Смайлуху, в БКБ входит хвост, разультовывается. Тут уже в БКБ Блава, тоже ультует на ход. Дэндик юзает БКБ, влетает на Рау, забрали Габлака, ставится Магропира, стенка, стяжка. Сейчас умрет Фаник, влетает скандал, дал сало по двоим, хвост начинает надавать с руки, убивает у нас тут Фаника, уберет сейчас еще и Блава, хвосту надо как-то уйти. Уходит хвост, размен 4 в 0, резается у нас тут еще Blue View Brain, был у него Аегис, ну и скорее всего умрет. Раскастовывается, но... А, прилетает еще и Пак, на орбе дает сало в двоих, размен получается сколько?
Блин, выкупился фаник, выкупился гирокоптер. Дэндик сейчас умрет. Дали сало. Ну, не знаю, размен где-то 6 в 1. Неплохо, неплохо подрались с Нави. В полный плюс. Счет 34-21. Ну, вот такие переломы у нас. С 15 тысяч экспириенса опустились там где-то тысяч до 3. Сейчас выиграют опять в преимуществе 5 тысяч. Ну и близится к 12 тысячам преимущества по голде. Ну а ребятам с базы-то особо никуда не уйти. Только какой-нибудь Bull Brain там или Фаник могут пойти отпушить лайн. Так, ну а ребята сейчас подождут, скорее всего, Дэндика и пойдут на топ, ломать топ. Че у нас у хвоста? 4200. Хвост выжил в драке. 20 левел, Монтастайл 4200. Так, вот с Фаником встречаются. Фаник в инвиз, бежать. Бежать. Беги. Так, Энчантрес у нас сейчас хочет тут БКБ. Так, ну все, Дэнди жив. Пупей бы небольшой зоопарк, есть уже БКБ. Тут хвост просто с четырьмя иллюзиями бегает, Фаник его палит. Ой-ой-ой, а тут ребята в смоке, хвосту сейчас просто влетит. Ой-ой-ой, включает БКБ, разультовывается, ребята уже бегут на помощь. Давай, хвост, живи, живи, Дэндик тут еще подошел, хвост умер. И все, драка откладывается, уже пошла 41-я минута. Ух, хвост загулял. Ух, хвостяра, наглая морда. Поверил в себя, скажем так. Ну, потеряв два лайна, все-таки имперцы еще не сдаются. И показывают то, что в драках они все-таки способны еще выигрывать. Ну, как только вот МКБ принес и гирокоптер, как-то потяжелее стало Нави в драках. Ну, есть еще один гем, есть уже Ghost Scepter у каждого второго. Так, у Пупея нету. И у хвоста нету. Да, у Пупея, у хвоста нет Ghost Scepter, а у остальных у всех есть. Ну и что, ребята не пойдут топ? Ребята пойдут заходить через низ, что ли? Малого ничего не появилось? Нет, 2700. Выкуп только у Дарксира, Хексу Пака, Дагер, ПТ. У Габлака, Клоака, Урна. Ну, все равно 12 левел не очень. Мек у нас ТХД, ботинок. Ну, в принципе, все, что ему нужно. Ну и Фаник. Что у нас у Фаника? У Фаника Кристаллис, 3300, БКБ, Аршит, Транквилы и Вайсбенд. Так, что, будет кого-то искать? Иллюзиями, иллюзиями чекает тут хвост, находит тут тролля. Ой, сатира. Понимает то, что Фаник фармит лес, ну и виден то, что фармит топ. Есть у него ТП, есть ТП. Уходит в инвиз. И что? А ребята потихонечку собрались на ботом. Сейчас придет хвост. И ребята будут... О, покупает... Иглсонг у нас покупает хвост. Будет эта бабочка через 900 голды. Ой, цепляет Блуби Брейн. Сразу Хекс, сразу... Ой-ой, Блуби Брейн умер. Потерял еще и гем. 83 секунды, байбека нету. Через 20 секунд байбек. Ой, а бараки-то внизу стоят. Значит, только одного лайна не было команды Empire, да. Включается глиф. Ну и бараки нанизу у нас падают. В это время иллюзии хвоста пушат топ.
Так, выкупается гирокоптер. Габла культует. Ставит Дендик, сейчас, скорее всего, умрет. Не отключает БКБ, умирает у нас габлак. Поставил стена, хвост ультует, ультует Фаник. Фаник в БКБ, хвост пытается уйти, не уходит. Размен пока что, ну, грубо говоря, 2 в 1. Скандал в Хекс. Сао у нас на Дендике. Хочет убить Фаник Дендика, но переключает сразу у нас на пупе. Приходит Блава, задувает у нас Дендик, умирает у нас Фаник. И сейчас пытаются забрать Блуви Брейна, убивают они ТХД. Ну и скорее всего Блуви Брейн сейчас тоже отъедет вместе с Ластом. Не-не-не, смотрите, Блуви Брейн еще подерется. Размен 4 в 2, ну, грубо говоря, 5 в 2, там еще гирокоптер выкупался. Ну, лайн все-таки ребята потеряли. Ну что, ждать еще одного респауна, подождать еще Рошана, 3 минутки. Хотя, блин, 3 минуты долго, можно просто сейчас дождаться ласта, дождаться хвоста и пойти пушить топ. Хотя... Че, вдвоем что ли пойдут? Со змейками и зоопарком? Интересно. Так, у Blue Brain хочет себе сатаник. Купил он себе доминатор. Но у него 180 голды. Байбек есть только у Дэнди и у Ласта. Ну, еще и у Смайлухи, походу, есть байбек. Да. Ну и потихоньку подпушивается у нас топ-лайн. Сейчас придут ребята, сейчас еще лост рестница прилетит, прибегит. Две 300 у нас ласта. Все нехорошо. Ну что, сейчас, кажется, будет последняя драка. Internal Blade есть у нас у Дэнди. Ох, в кого-то влетит очень много дэмэджа. То есть какой-нибудь габлак или ТХД будут просто умирать с прокаста. Ну или даже тот же пак. Но Blue Vibrant загулял, загулял. Из-за этого они потеряли лайн. Так-то могли и отбиться. Ну что, все в сборе. Пора нападать. Ух, какая крыса. Ага. Увеличивает скорость передвижения для всех команд. Так, арбами-то откидывается у нас имперцы. Blue Brain отпушивает лайн. Ну, тут против хвоста Дендика это... Ну, надо кого-то цеплять. Надо, чтобы Дендик в кого-то влетел. Сразу БКБ, Хекс и... Сразу рассказ даже в какого-нибудь... В принципе, можно даже и в Блаву. Если успеет, конечно, в Хекс цепануть до БКБ. Тогда можно. Ой, как Фаник-то далеко. Но у него уже есть Дейдалус. И надо ему лететь уже домой. Не, сейчас заберет кента ультой и полетит домой, да. В инвиз... Ага, в смолке у нас тут. На Рошана. Леснулся Рошан, тут уже габлак. Ох, 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 сейчас ребята как неожиданно так встретятся. Но ребята-то без ТХД. Ой, Блаву встретили вместе со Скандалом. Прилетает сразу Дендик, 2 БКБ. Ой, развели ребят на БКБ. Цепляет бимом на Скандал. Результовывается у нас тут Блава. Сразу все в БКБ. Смайл умирает. Умирает Фаник. Ставится стенка. Стяжка, какая хорошая стяжка. Но тут еще и Тамба. О, Скандал скорее всего сейчас умрет. Да, умирает Скандал. У Блавы там лоу хпшная Блава. Blow your brain умирает. Дэдик напихивает тут со спины у нас ТХД. Размен 5 в 1. Ну и все, надо идти. ГГВП пишет у нас габлак. Поздравляем команду Na'Vi с победой. Напоминаю, ребят, игра BO3. На этом игры не заканчиваются. Сейчас будет еще одна игра, и она покажет, будет ли третья игра, или же Na'Vi одержит победу над командой Empire. Для тех, кто смотрел эту запись, для вас комментировал Good Game Tyrann. Всем спасибо. Добавляйтесь в группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании стрима. Подписывайтесь на канал на YouTube, где выкладываю эти вводы. Кстати, вводы выложу сразу же после этого стрима. Ну и что ж, делаю стоп-старт и продолжаем смотреть за командой Na'Vi и Empire.